сталкеров. Ага. Так отсюда посмотришь? Танк запал. Бы копченого сейчас. Одинаково хреновое. Я так чувствую, с пяток килограммов я уже тут того. Скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. За собой тут следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалии, твари эти поганые. Крышу рвет только так. Видали уже. Знал бы, что так обернется, черта с два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато, а не здесь, в зоне этой проклятой. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают.
Это я бы на раз. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Нормальная в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Чем стали на патрули нападать? Знал бы, что так обернется, черта с два бы сел в вертолет. А пусть бы разжаловались, не похрен. Писали в невозвратные. Дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. И когда же нас отсюда заберут-то? Ничего, я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Лучше бы я тот труп не видел. Как его тварь разделала? Что в зоне творится? Рассказать бы кому, так не положено.
свернуть бы сейчас гречки с тушенкой. Да, это я бы на раз. Страховка? Да на кой хрен у нас сдалась тебе эта страховка, когда и хранить не будет чего? Родичам, что пробухали, да? Лучше бы на руки сразу выдавали. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Нормальная в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Что пробухали, да? Лучше бы на руки сразу давали.
масштабные. Это считается хорошей подготовкой, когда из 10 только один выживает.